Напряженное волнение и радость. Николай Грудинкин с трудом сдерживает эмоции. Это первая личная встреча первоуральца с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Корякиным. Николай давно мечтал сразиться с гроссмейстером. Вышел на него через социальные сети, договорился о поединке и полтора года назад впервые встретился с мастером онлайн. Тогда сыграли в ничью, и тогда же возникла идея встретиться лично. Ну что, здесь просто всего порвано. Николай, может быть, ничья? Это же выдумал. Тоже выдумал. Ну давай, ничья. У Николая Грудинкина тяжелая форма ДЦП. Играть в любимые шахматы он может или через интернет с помощью специального девайса, или с помощью другого человека, который будет передвигать фигуры. Поездку в Екатеринбург помог организовать инновационный культурный центр Первоуральска. Ведь для Николая игра с Сергеем Корякиным – это и исполнение мечты, и стимул идти вперед. Родителям большой поклон от нас, потому что ты очень отзывчивый молодой человек, милосердный, это очень здорово. Самые добрые, порядочные черты собраны в тебе, и мы рады, что ты наш друг. Все равно значительно интереснее общаться с человеком вживую и интереснее играть вживую, чем по интернету. Я могу сказать, что он стал сильнее играть за прошедшие полтора года. Видно, что занимается шахматами, работает, прогрессирует. Ну, это не может не радовать, потому что умственный труд, он всегда полезен и, в принципе, здорово, что он играет. На память о встрече чемпион оставляет для Николая автограф на шахматной доске. Медаль я надену? Так, да, медаль. Браво! Шахматы в подарок. Оксана Токарева, Карина Кирогасьян, Интера ТВ.